Всем привет, друзья! Это озвучка 204 главы манги «Ван Панчмана», в которой Гару продолжает биться против многоножки мудреца. Если хотите посмотреть предыдущую часть, нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу. Друзья, ну а прежде чем мы начнем, хочу попросить вас подписаться на мою группу ВКонтакте, так как YouTube могут заблокировать, и если это случится, вы будете знать, где я, и мы друг друга не потеряем. Ссылка на мою группу ВКонтакте будет в описании под видео. Что ж, благодарю каждого за поддержку. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем. Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман, 204 глава. Благословение. Здесь, на качающихся волнах, стоит сильнейший. Ты? А? Что ты делаешь в таком месте? Милая маска, я могу спросить тебя то же самое. Тот отвратительный монстр порвал мои любимые джинсы. Этот парень с телевидения. Ты в поход собрался? Эта палатка была бы полезна в чрезвычайной ситуации. Ок, но это мой свитер. Следуй за мной. Я доведу тебя до безопасного места. Затем я снова вернусь на поле битвы и порву того ублюдка, который испортил мои джинсы. Да, но я все еще не могу двигаться. Мне нужно поесть. Кто он такой? Он не похож на монстра, но выглядит жутко. Что-то не так? Ничего. Хорошо, тогда удачи. Тебе тоже. Какой странный чел. Черепки? Да, таким образом я даю новичкам показать свои умения. Что ж, пришло время старшему преподать пример. Они керамические, так что аккуратней, вы можете пораниться. Забыл предупредить. Да их никто не сможет сломать. Ты был близок. Осталась только одна. С этого все началось. Но сейчас я достиг воплощения. Боевых искусств! Эта тварь сказала, что оно божественное возмездие. Чушь! Это было благословение. Мой кулак достиг совершенства. В этот раз я всех уничтожу, старик.
На сегодня все, друзья мои. Это была озвучка 204 главы манги Ван Панчмана. А вот озвучка следующей 205 главы выйдет завтра. Так что не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не забыть о выходе нового видео. А также подписаться в группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и поддержку каналу. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока!